Ну, смотри. Ты смотри. Привет, привет, доброе утро. Вот мы и думаем, завтракать вместе или нет. Красиво мы смотримся с утра, когда проснулись. Somos guapos, но perdón, mañana. Мы очень красивые. Нет, ну это чтоб не спрашивать, почему я одна все время ела. Я десаюно siempre sola. ¿Quién? Я. Me preguntan, ¿por qué desayuno siempre solo? Porque te levantas antes que yo. Потому что я просыпаюсь раньше, чем он. Claro. Короче, мы такие красавцы. Bueno. Красивые глаза. Красивые глаза. Ладно, я уже начала, если честно, половину кофе выпила. Будем про вечер. Десайно. Будем про вечер. Вот сейчас у нас будет экспериментальное. Будем про вечер. Обычно мы так не делаем, это придуривается. Экспериментальное видео. Угу. Если он эксперимент. Уф. И похоже, он есть-то не может. Коме. Си. Ты да вергается. Си. Он стесняется. Дисплей. Дисплей. Бали. Дисплей. Дисплей. Потом. Он говорит, потом. Ладно, потом так потом. Не можете. Ему кусок в горло не лезет. Ну, пойдешь ко мне. Окей. Ну вот. Так развлекаемся с утра. У него, сейчас покажу, у него бискотчик и Несквик sí. с соевым молоком. Está muy rico. Это очень вкусно, он говорит. А у меня бутер с сыром, как всегда. Ай, как бы все это не упало. Чуть там сзади видно. У меня бутер с сыром и с маслом, и кофе. Вот так вот. Мы наконец-то вчера купили все для пельменей. Por fin. Ayer compramos todo para пельмени, para preparar. Sí. Муки я наконец-то добилась, чтобы они мне притащили 5 килограмм муки. Именно такой, как надо. Папа у нас приверженец здорового образа жизни. Он мне говорит, вон же сколько муки много. А там вся мука, она ржаная. De... Es... Que harina hay? Es harina de... Harina de trigo? De trigo, нет... Короче, ржаная она не подходит, она для пельменей. Это, ну, такая... Короче, это не для пельменей мука. Мало того, что она не подходит. Ее еще вот так вот везде, в мешочках. Я говорю, вы что, издеваетесь? Ой, пельмени. Они не понимают просто, сколько надо муки на пельмени. Мало того, что мальчишки. Так еще и испанцы. Que esta harina no sirve para nada. ¿Qué harina? ¿Qué harina tenemos? Sí, sirve para hacer pasteles y todo, pero para, no, no para hacer pilmini. Ладно, не думаю, что это для пирогов. Сейчас поедим. И, наверное, поедем мыть машину. Мы, по крайней мере, с вечера собирались. Я еще сегодня себе напланировала. Меня заколебали эти кастрюльки по разным углам. Все это так неорганизовано. Ну, как мальчишки живут. Кучу все складывают. Поэтому шкафы все полные. В итоге положить нечего. И там фактически, там надо сложить просто как тетрис вот это вот все. Все нормально просто организовать. Я не напрягалась раньше, потому что думала, ну что. И на балконе целый шкаф всякой фигни. Надо, я говорю, Давиду надо разобрать, он говорит, прям сразу надо выкинуть. Где... Как он на балкон? Вот. Ну, короче, мы себе напланировать-то напланировали. Как это все реализуем, не знаю. Чуть тяжко вздыхает. Может, говорит, не поедем, может, завтра поедем.
Yo no quiero ser lavacocho. Es que me duele la mano. Bueno, no busca palet. Voy a tomar un yogur. Mañana. Puede ser si esa tarde estoy mejor, sí. Ну, в общем, все как в Испании, все, все mañana. No, mañana no. Mañana no. Esta tarde. Вечером, может, пойдем. Esta tarde. Vale. No, además me puedo poner el guante para limpiar. ¿Cuál guante? ¿A dónde? En las manos. No, ¿dónde quieres poner la... ¿Cómo se llama? ¿En la lavadora? No, ponerme el guante y para lavar el coche. Короче, я слабо себе представляю, как он хочет помыть машину. А не машина. О, en 15 euros lo llevo y lo lavamos ahí. Chico. También, claro. Más fácil. Или, говорит, заплатим немножко больше и пускай нам помоет эту машину. Да. Тут прикол в том, что можно вот так прям шлангом взять. У нас же так не делают. Ну, не знаю, может, где-то и делают сейчас. Или какие-то на Руси, ну, а сам сосей ком... Компистоле. Угу, компистоле. Ну, короче, сейчас посмотрим. Вот так. Вот такие у нас планы на пятницу. Ириска вообще уже молодец. Сейчас пойдем пить таблетки. Нормально уже все с ней. Ириска. У нее там... Ириска, да? Риска теперь у нас, да, она у нас теперь не жопа шерстяная, но... Como si no estuviera en casa. Да, это как будто у нас даже кошки нет в доме. Она теперь знает, что у нее прозвище не жопа шерстяная, а Миси-Миси. А это Миси-Миси? Ahora, sí. Сейчас она Миси-Миси. Хорошая девочка. Вот. А сегодня на обед будем опять готовить секрет. Почему секрет? Я так и не поняла. Dime. Ну, porque se llama secreto. No entiendo. ¿El secreto es cierto? Sí. ¿Por qué secreto? Porque es... No, sí, yo entiendo. ¿Por qué es candido aquí? Sí, claro. Потому что здесь спрятано, говорит, подмышки. Это какая-то подмышечная часть. Под лапой спрятано. Под лапой же, да? Как называется уже? Ну да. Короче. Эта часть у них называется секрет. Ну, угу. Свинина его прям. Вчера не договаривались. А папе сказали, что надо фарш купить. А потом... Вечером, когда уже сами в магазине были. Окей. Ну, короче, в пижамах. Си. 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 В пижамах. В пижамах? Си. Все. Я. Это más cómodo para estar en casa, в пижамах? Это комфортнее быть в пижаме, но это нормально. Но... Ahora, ¿quién te va a decir qué? Oh, ¿quién pijama? Pues, por ejemplo, puedes cambiar ropa para grabar vídeo. Bla, 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 como siempre. Bueno. А, я говорю, сейчас люди набегут, скажут, что в пижамах снимаете здесь. Для видео могли бы переодеться. Es como siempre. Sí. ¿Qué me dicen que tú puedes? ¿Quieren ver? Bueno. De primero quieren ver video, vida, la vida real. Sí. Y después dicen que no, 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 tienes que poner maquillaje, guapa, todo eso, arreglarte y después grabar video. Pero la vida real y ponerte guapa es cosas diferentes. Porque claro. Я ему говорю, люди сначала хотят, чтобы ты сделала себе, сначала хотят видеть реальную жизнь, а потом говорят, что надо себе все там сделать, все причесать, все приукраситься и потом уже только... Нет, это не реальная жизнь. Это уже получается Инстаграм. А еще можно фильтры положить. И маски поедешь панер фильтров.
Para bueno, no tener todo eso. Bueno, podemos hacer vídeos con maquillaje y vídeos con pijama. Pero se pueden hacer vídeos de las dos formas. Bueno. Вот так вот, быстрое решение. Можем и с макияжем, можем и без макияжа, как хотите. Ну, pero con макияжи я no es vida real. Bueno, es vida real, pero con макияжи. Claro. Bueno, no soy así. No soy de макияжи cada día. Yo tampoco. Я ему говорю, я не крашусь каждый день. Я говорю, с макияжем это уже нереальная жизнь. Ну, не моя реальная жизнь. Я же не крашусь каждый день. Он говорит, я тоже каждый день не крашусь. Чика, контроль это. Это правда? Это правда. Ну все. Хватит ржать, муж. Мне очень нравится ромас. Ну, ему очень нравится шутить. Ну, но каждая персона поет этот тендер. Бьен. Sí, a ver si... Ni все могут адекватно. No, es para que no piensen que yo me maquillo todos los días, que no es así, que estoy de broma. No, не думайте, что он каждый день красится. Он не каждый день. Но cada día pones maquillaje. No, no, ningún día. Vale, vale, ya te escucho. Ningún día. Vale. Пойдемте, все, ya. Vamos. Vamos. ¿Ya? Sí, puede decir que tenga un buen día. Que tengáis un buen día y que disfrutéis mucho el viernes. Вот, чтобы все имели хорошее... Кому трудно? Всем хорошего дня и наслаждайтесь пятницей. Вот так вот. О, у меня какой луз. Ке луз. Кому он КГБ? Лампара Анкара. И контестами. Вот так вот, девочки, все. Пошли мы. Пока-пока. 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 А, sí, aprendemos. Пока-пока.